Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в метро. Когда я пришел в себя, надежда у меня не осталась. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да. Давай. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Да, вот так вот. Наши пацаны не сдаются. Все. Надо было сразу стрелять, они думали более долго. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Давай, к Мельнику-то к Мельнику. Я не против. Так, двинули к броневику. Угу. Так, что мне здесь? Ага. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. Ага. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я... Эй, а чё? Всё, встретимся на чёрном. Ты там поосторожнее. Блин, потрошку бы этих пулек. Плохо было бы. А чё здесь? Ага. Интересно. Ладно, пойдем. Потушим. Пулек не хватает для этого ствола. Маловато. Так, здесь товарищи лежат. Где вы там, мужики? У меня занца низкая, мужики, ждите меня. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Да, мы на их дрезине поедем. А, подожди, это вверх-вниз. Давай, удачи. Интересно. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. Ага. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Так, это мышка вверх-вниз, а поворачивать на АД. Блин, ну... Ну это, конечно, жопа. Привет, мужики, как дела? Как у вас сегодня настроение? Рассказывайте.
вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, генерал-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Блять, жопу больно. Да вижу. Да он не умирает. Как же неудобно управлять. Что за садист придумал такое управление? Блин, реально, АД упал. Ну, блин. Хорош. Слева! Шанси сзади-то. А зачем он здесь притормозил? А, понял. Враг с левого борта! Как же неудобно. Ты поедешь куда-нибудь уже? Там на одном уровне держать просто. Там все выходят на один уровень. Хорош на меня его впихивает. Ты поедешь? Нет сегодня. Ты чё встал-то? Что здесь за тир-то мы устроили? Неужели? Где? Все, уехали. Да ёпты. Вот хорошо, да, когда о боекомплекте не надо думать. Ох, ебать. Господи! Да это же танк! А я как понимаю, танк я из пулемет не убью. Ты там живой? Блин. Ну, зашибись. Заводи трухляшку-то. Вот он! Огонь! Нет нас здесь. Нет здесь никого, мужики. Блять, заводи, поехали быстрее, я сейчас сдохну. Ой. Вот как вот здесь, вот, ребят? Вот, вот ответьте мне. Еще управление это. Нет меня здесь. Блять, опять сдох. Да что такое? Ну он там не простреливается, я стреляю в него, в этот огонек сраный. Он там не простреливается, я не знаю, что там с ним. Вот там вот где-то стоит, и он не простреливается. Хера, может вот эта картонка, блять, ебучая мешает. Ну вообще, что-то никого не убивает.
Да езжай ты, блядь, быстрее на своей дрезине, ты ёбки не мать. Сдохнем ведь оба. Трындец. Кто придумал управление на АД вот это вот поворачивать? Это, господи, это надо быть отдельным человеком. Почему нельзя было на мышку просто это все сделать стандартно? Чтобы легко так не было. Ну сдохни ты. Ой. Уф. Еле проскочили. Да и да, конечно, еле. Все, тормози. Приехали. Но он и жопошник, блин. Ой. Быстрее, Артём, быстрее! Да бегу. Пошли, куда идти-то? А здесь что? О, ворот машин не ставить. Ключик я где-то не нашел, да и насрать. А вот ключик. 150 рублей. Так. Так, здесь все полно. Мне патрончики для другого бы надо это. О, слушай, а может заменить? А то у меня такой. Да, давай заменим. Во. А, это с ПНВ. Мне не ПМВ нужен. Конечно, круто, но... Мне ПМВ не нужен. Мне нужен стандартный. А. Ладно, купим, я думаю, там где-нибудь. О. Товарищ отдыхает. Где-нибудь купим там. Мы сразу сейчас должны прийти уже на базу. А это наша дрезинка, да? Это дрезинка наша. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Тут метро, тут везде опасности. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Это хорошо. Осторожно, пригнись! Дьявол, понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. А мне, кстати говоря, глушитель стоит впереди, да, или удлинитель? Жутковатое местечко. Ну, ствол. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Верю. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Ах, сними его, Артём! Дрезина, закрывай! Блять! Ну стреляй! Ну опять какие-то, блять, проблемы начались. Чтобы мы не застряли. Какие-то, блять, опять проблемы начались. Газу-то дай, чтобы был получше. Вроде проскочили. Держись!
держусь. Работяга отдыхает. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Ну я ж прям даже не знаю, что говорить. Ебать, это что? Понял. Ох, а это какие-то такие американские горки. Где-то в метро такое есть. Я слышу наших друзей, мутантов. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Нормально такое, блять, депо. Это что было? Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище остались. Давай, блять, Артемка, заряжай быстрее, я не знаю. Стреливай их! Михалыч, как тебя там? Блять. У меня сунца-то низкая, я елошу как этот. Пошел нахуй. Зачем ты одел против... Я зачем-то противогаз одел. Сними. Так, мы едем одни. Понятно. Кондуктора у нас забрали. Ох, ё-моё. Где-то в метро такие... Такие горки есть. А всё, приехали. Да, ещё и сверху приезжаем. Великолепно. А фары, кстати говоря, от буханки. Что я могу сказать? Так, нам сюда, да? Молодой человек, у вас тут ничего нету. Так. Так. Ага, там типа у него этот есть. Какой-то охрененный ствол. Я говорю, они свеженькие все. Они все свеженькие. Так, 15 пулек. Прям свежее некуда. Ты меня не напугал. Если что, я отвлекся. Так, ну это, видимо, я решил отъехать сам. Так, это просто тупик, да? Ну, чтобы полутаться, вся фигня, я понял.
пойдем по трубам. Аккуратненько, не торопясь. Вдыхаемся. А куда, молодой человек, вот здесь? Я разве уху где-то пропустил? Или подожди. Я что-то туплю, да? Я где-то что-то пропустил. Или я не в ту сторону пошел? Или я пошел не в ту сторону? А, да, я не в ту сторону явно пошел. Ну, зато чувака нашли. А, все, да. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Ульман его там ждал. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, а здесь то, свои, не свои? Свои. Человек? Ну как? Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Вау. Ты капитан? Ты капитан? Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Где шарики? Станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. О. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Дети подземелья, я понял. Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Да, мужики, да! Ох, ебать. Чувствуешь? Это еще что за хрень? Ох, ебать. Спокойно, без паники. Может, я тебе говорю, вот так, ну, лучше вот так. Что-то холодом повеяло. Ох. А это что? Это нормально? Это что? Это что, как меня вырубило? Охренеть. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Давай сначала что ли калашом будем отрабатывать. Или... Ждем. Ждем, я готов мышку теребить. Нам конец. Нормально все будет. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. У нас там пулеметчик сидит. А, все нормально, пулеметчик на месте. У меня тоже нет маслин. Хорош. Блин, коза. Я
магазин! Ну что вы на меня тут все летите? Что, увидели Артемку? Все, теперь все на Артемку? Прикройте, пацаны! Прикрываю. Ёп. Чёрт, патроны! Нормально, держимся. Я тоже меняю. Как мы с тобой одновременно прям все меняем, слышишь? Синхронно. Сука. У меня тоже патронов нет, ребят. Самый живучий тварь. Патроны кончились. Еще? Блять. Пацаны, не сдается наш гордый варяг. Я их на себя отвлекаю. А это так надо было? Или я проиграл? Хреново. Пацанов-то все. Пацаны-то все полегли. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. И тебе не хворать. По-моему... По-моему. Я не помню. Сейчас, по-моему, здесь будет какая-то пустая станция с одними мутантами. А нам на дрезинку? Нет, нельзя. Да ну! Так. Всю станцию слопали. Так, а нам... Где падали? И особо, я думаю, лазить здесь не буду. Мы сразу идем. Я не знаю, куда идти. Так. Вставай. Понял. Вставай, Артем. Отъебись. Так, а как нам? А это я куда зашел? Какая-то гаусс-пушка. Не знаю, может она лучше, конечно, вот того, что у меня есть. Я не знаю, я уже привык к тому, что у меня есть. Так. Вопрос в том, что как мне туда пройти? Вот так. Пошли нахуй. Пацанов, отстаньте.
Так, здесь что? Там ребенок плачет. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша, а давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Давай, Саня, давай, садись. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут, он стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, ну-ка, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Да. Придется тебе помогать, а давай. То нас всех съедят. Вон тама! Вон тама! Блин, какая мышка плавучая, она мне и так медленно, а тут все плавучее. Вон свиней ешь, нас не надо. Свиньки вкусные. Блин. Свинок ешьте. Нам надо самым быстрее пройти, плавающая мышка, это вообще отстой. Кто тут за мной идет? Ой, жопа. Как? Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Ага. Вот в этом. Ага. Спасибо. Так. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Ага. Я вырасту и достану. Но так. Ты можешь взять пострелять. Да у меня свое есть. А пошли все отсюда, мрази, ой, твари. Ой, Саня подползает. Эх, блять, все нормально. Держись. Саня, держись. Саня, нужна спина. Все нормально. Пробежали. Все нормально, Саня, не переживай. Ой, смотри, там дырка. Тут везде дырка. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Ага. Ой, ой, сзади подползает. Эй, эй, осторожно. Вон тама. Вон тама, бежим, Саня, бежим. Так, а нам куда? А это что? А это куда? А нам сюда? Здесь, а чё? Эй, это что? Кажется, провод. Ой, ой, сзади подползает. Вон тама. Ах, блядь. Димка бежит прям по всем растяжкам. Димка молодец. А чё, где я иду, получается? Мы уже уходим со станции? А, то есть не по болоту здесь? Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Да, чистейшая правда. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Да, всем будешь потом рассказывать. Как дядька Артем таскал. Ой. Соскользнул. Чувствительность мыши очень охрененная. Как бы. Да, небо. Вон там где-то.
высоко. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Не-не, на небо нет. Не, рано, нет, рано еще. На небо рано нам, нам просто повыше чуть-чуть. Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Стараюсь. Сволочи! Обучите меня! Мой брат пообещал привезти его назад. Почему, почему эти дуры такая? Почему сама за своим сумочком не пошла? Мама! Зачем? Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти, пусти. Спасибо, меня брат. К ней! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Если бы он потерял сына... Как ты сюда попал? Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах. Спасибо. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Небо, мужики, это до полиса. Господи, бедный Сережа. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. У меня свои есть. Ладно, пошли. Можно я тебе... Дежурная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону, так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. И вам не хворать, ни хрена тут у вас народу. А есть где закупиться у вас? Торгаши есть какие-нибудь? Пульки, пульки, пульки. Вот. Уже другому клиенту пообещал. Не, это кончилось. Хорошая. А модификации никто не делает. Предложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Тюнинг. Оптику. Да. Герметичный клапан. Да, давай герметичный клапан поставим. Так, у нас коллиматор. Глушитель нам не надо. Давай. Будет у нас автомат целый. Так, нам не нужно. Глушитель, удлиненный ствол. Все нормально. Меня устраивает. Я пошел. Проходите. Спасибо. Спасибо. Так. Я почему-то фонарик не могу включить. Откройте ворота. Это как мужики, ворота, да? Фонарик не могу включить. Имищу. Ну, пойдем. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Все, на этом мы с тобой заканчиваемся. Заканчиваемся. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии мы с тобой продолжим. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.